Арвидас Гайчунас. Такое было недоумение у вас на лице. Вы не ожидали нас увидеть здесь, Арвидас? Не ожидал. А мы здесь ждем вас. А я очень рад. Вам аплодисменты. Наш участник утверждает, что способен один раз посмотреть на карту и после этого проехать заданный маршрут с закрытыми глазами. Давайте проверим, так ли это. Для начала мы дадим Арвидасу 2 минуты, чтобы запомнить маршрут, который сейчас появится на экране. Вы готовы? Готов. Прошу, время пошло. Завтра. Вы уверены? Да. Аплодисменты Арвидасу. Для продолжения испытания Арвидасу нужно будет покинуть студию, ведь сейчас мы попросим его проехать маршрут, который он запомнил, проехать за рулем автомобиля с закрытыми глазами. Конечно же, нам нужно, чтобы все было максимально честно, поэтому Арвидас не просто поведет машину с повязкой на глазах, он поведет машину с повязкой на глазах и Евгением Папунышвили на пассажирском сидении. Герой! Жень, а вы готовы? Я готов. Готов ли Арвидас? Оговорюсь, этот маршрут абсолютно безопасен для Евгения и для Арвидаса, и для всех участников дорожного движения. Участок, который мы выбрали, находится в оцеплении и под контролем наших каскадеров. А сама машина движется с сопровождением. Но настало время проводить Арвидаса. Мы доверяем вам, Евгения. Женя, прощай. На всякий случай. Попрощаюсь, да, со всеми, но надеюсь, скоро увидимся. Да ладно, мы верим в Арвидас. Я вам аплодисменты. Арвидас, я верю в вас. Евгений Папунышвили, Арвидас Гайчунас, прошу. Ну что, Евгений и Арвидас отправляются в путешествие. Внимание на экран. Ну что ж, Арвидас, мы сейчас поедем по определенному маршруту. В конце маршрута, Арвидас, вас будет ждать ваша сестра. На давайте. Что я подписался? Что за... Ужас какой. Поехали. Поехали. Осторожно, пожалуйста, осторожно. Это просто невероятно. Так, сейчас по нашему маршруту мы должны поворачивать. Так. Мне бы хотелось посмотреть на реакцию сотрудника ГАИ, если бы вас увидел в таком виде. Я, знаете, по-моему, закона нет такого, ехать с мешком на голове, запрещающего. А это вообще нормально. Маршрут, ну, вы его запомнили, маршрут, хорошо. Да, вы его чувствуете? Сколько метров? Какая скорость? Скорость я примерно чувствую, что я совсем медленно сейчас еду, точно не нарушаю, не превышаю, не нарушаю правила. Потому что разгоняться я, ну, не хочу, иначе я боюсь сбиться с маршрута. Не разгоняемся здесь. Подождите, здесь мы должны прямо ехать, по-моему. Сейчас налево. Сейчас точно поворачиваем налево. Налево. Поворот. Так. Прямо.
Были какие-то неудачные попытки, скажите? Поначалу, конечно, было, въезжал, но не на большой скорости. Это не так было опасно, но машину приходилось ремонтировать несколько раз. Так, стоп. Правее. Подождите. Все, дальше мы не едем. Вот здесь уже мы съехали с дороги. И здесь, именно вот здесь, вот где-то мы должны точно уже останавливаться. Я думаю, что маршрут у нас здесь заканчивается. Ну что, Жарвидас? Все. Снимайте мешок. Я в шоке. Я почему-то не верю. Теперь посмотрите налево. Я так волновалась. Молодец, привет. Это просто супер. И мы ждем в студии Арвидаса и Женю. Вам аплодисменты. Женя. Невероятно. Я до сих пор не могу в это поверить. Понимаете, это... Как? Как это произошло? Как? Как вы это сделали? Вам аплодисменты, Жень. Спасибо вам огромное. Мне будет что рассказать друзьям. Я думаю, что это будет удивительная история. Спасибо Евгению Папунышвили. Аплодисменты Арвидасу. Это удивительные люди. Единственный проект, которому Евгений Папунышвили доверяет свою жизнь и здоровье. Поехали дальше.